Российские солдаты и офицеры. Преступный режим Владимира Путина, который наворовал десятки, сотни миллиардов долларов у своего народа, бросил вас в пекло страшной, разрушительной, несправедливой, отвратительной войны, на которой вы гибнете. Гибнете и уже никогда не будете живыми. В Украине существует проект, который называется «Хочу жить». Он создан специально для того, чтобы все люди, которые не хотят участвовать в этой страшной войне, не хотят становиться мясом на ней, могли обратиться и сдаться в плен. В украинском плену к вам будут относиться как к людям. Над вами не будут издеваться. У вас будет возможность при желании попросить убежище в Украине, и это будет рассмотрено. Вас будут кормить. Вас будут содержать в нормальных человеческих условиях. У этой войны нет никаких перспектив. У России нет никакого будущего. Россия все равно проиграет. Это вопрос времени. Потому что на стороне Украины весь цивилизованный мир со всеми своими экономическими, военными и прочими возможностями. Сдавайтесь в плен, сохраните свою жизнь. Вернитесь, если вы захотите, к своим семьям, или начните новую жизнь.